Новая схема потребовалась в связи с новой системой муниципальных выборов. В Гордуму, напомним, они состоятся в сентябре следующего года по смешанной избирательной системе. Димитроградцам предстоит выбрать 30 народных избранников. Из них половина – это представители от партий, а другие 15 выбираются в одномандатных избирательных округах. Количество одномандатных избирательных округов 15, а в 2008 у нас было 25. По районам. Западная часть города – 6 округов, соцгород. Автозаводской район – 5 округов. Химаш, центральный район, Олимп и поселок Дачный – 4 округа. В новую схему также вошел и недавно присоединенный к городу поселок Торфболото. По состоянию на 1 июля в Димитрограде проживают 101 212 человек, имеющих право принимать участие в выборах. Схему избирательных округов подготовила территориальная избирательная комиссия. И она утверждается на 10 лет. На профильном комитете депутаты схему одобрили и рекомендовали для утверждения на пленарном заседании городской думы. Все согласны. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо. Планируется, что новую схему избирательных округов депутатский корпус утвердит уже в эту пятницу на внеочередном заседании. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.